По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в городе Шуша продолжаются восстановительные работы. В настоящее время ведутся работы по проектированию реставрационных и реконструкционных работ в соответствии с принципами градостроения. Также в городе осуществляется снос некоторых зданий, непригодных для проживания с истекшим сроком эксплуатации и находящихся в аварийном состоянии. Об этом сообщили в межведомственном центре, функционирующем при координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.